ходили по Таганке, по Таганскому району, значит, по церквям, и везде там в этих церквях были тюрьмы. Значит, Спасский монастырь, там был пересыльный пункт, Крутицкое подворье, там был детский приемник, Таганка, сами знаете что. Песня навеяна гениальной балладой Высоцкого «И шофер вези Бутырский хутор». Это самое первое исполнение этой песни. Вот. Давайте я попробую, можно? Вы помните, да, «И шофер вези Бутырский хутор», которая кончалась: «Пьем за то, чтобы по России не осталось больше тюрем, не осталось по России лагерей». Давайте. Вечер церкви старой опутал, воздух свеж, как будто здесь зари. Эй, шофер, вези Бутырский хутор, снова мне послышался мотив. Вечер над Таганскими холмами, где гремел бескрайний шальной, тот, который властвовал над нами, над всей советской стороной. Недалече бьют куранты склянки, колокол как будто вечевой. Господи, не так давно Таганка для России славилась тюрьмой. Сейчас, извини, Россия славилась тюрьмой. К отдыху готовится столица, погружаясь в теплый нежный мрак. Помните, когда-то Солженицын миру рассказал, что был ГУЛАГ. Век 20-й страшный, азиатский, век кровавый, рвущийся из пут. Монастырь красавец Новоспасский, довоенный пересыльный путь. Сколько их ушло путем осторожным, сколько их рябой отец забрал. И из-под старых сводов люди Божьи ехали в Сибирь и за Урал. На Крутицах, может, кто-то вспомнит, под седым покровом старины был второй московский детсприемник. Из бойниц глядели пацаны. Кто б то ни был инок взором кротким или пришедший в храм со стороны, на молитве вспомни о решетках, помяни погибших без вины. За молитвой вспомни о решетках, помяни погибших без вины. Вечер церкви старой окутал, воздух свеж, как будто здесь залив. Эй, шофер, вези в Бутырский хутор, снова мне почудился мотив.